В детстве нам читали сказки на разных языках. У нас разные культуры, традиции, национальность и вера. В этом наша этническая уникальность, наша культурная ценность. Но мы понимаем друг друга, общаемся, думаем, мечтаем на языке, который объединяет Тургенева. Ты мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Гамзатова. Без русского языка я как без крыльев. Айтматова. Русский язык для меня – это дар судьбы. Гоголя. Дивишься драгоценности нашего языка. Что ни звук, то подарок. Мы все цитируем Пушкина и Высоцкого. Мы верим в общие приметы. Мы живем в одной великой стране и говорим на самом богатом русском языке. Каждый из нас знает, как важно не потерять свою самобытность. Каждый понимает, как важно говорить на одном языке.